Старые покрышки, игрушки, книги, одежду и другие перерабатываемые отходы жители Одинцова теперь могут принести на утилизацию в пункт приема вторсырья «Мегабак» на Зеленой улице. Эта площадка у нас будет принимать 12 видов отходов, в том числе мебель, спилы растений, картон, стекло, металл, бытовая техника. Соответственно, все эти вещи можно привозить, граждане могут приехать бесплатно, подчеркиваю, выгрузить их в баки. И далее данные отходы будут направлены на вторичную переработку. Пункт открылся вместо площадки, которая располагалась на Кутузовской улице в Новой Трехгорке. Мегабак соответствует всем требованиям, которые предъявляются к данным площадкам. Сейчас у нас идет уже работа по всем 12 фракциям, и все эти фракции принимаются в регулярном режиме. А дальше все рассортированные на площадке отходы будут направляться в соответствующие перерабатывающие предприятия. Пункт приема вторсырья от населения «Мегабак» работает со вторника по воскресенье с 9 утра до 6 часов вечера. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».